все, всем привет. Пришел я на ВДНХ. Решил снять тут всякие уличные музыканты разные. Вот я. Потихонечку сниму, что увижу. Поделюсь впечатлениями. Я пришел на ВДНХ. Посмотрим, что тут бывает, что тут есть. Народу, конечно, очень много, хотя мне не с чем сравнивать. Может, москвичи скажут, что это пусто. Тоже павильон. Мои документы называется. Со старых времен остался. Написано Советская, а извиняюсь, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Центральный вход. Что поражает, чистота, которая из моей памяти не очень свойственна была Москве. Очень чисто, ни одного окурка, бумажек на земле, на полу. Кстати, это не только на ВДНХ, но и вокруг, где я ходил по городу. Чисто, очень чисто. Фонтаны красивые. Разные павильоны. Я еще пока ни в один из них не зашел. Сейчас подожду Пашу. И может вместе зайдем. Правда, ему целый час убивать. Для пота. Да, красивые фонтаны.
А здесь павильон Республики Беларусь. Как раз сегодня выборы президента в Белоруссии. И именно сегодня или вчера Лукашенко заявил, что чего вы во всем мире не захотели, не говорили, независимо от результата выбора, если я захочу остаться президентом, я им останусь. Что, честно, откровенно сказал, молодец, дядька. Ух ты, что там впереди? Какая-то ракета. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Тоже павильон. Мои документы называется. Все старых времен остался. Написано советское. А извиняюсь, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Фонтаны красивые. Разные павильоны, я еще пока ни в один из них не зашел. Сейчас подожду Пашу, и может вместе зайдем. Правда, ему целый час прилетит. Ляпота. А здесь павильон Республики Беларусь. Как раз сегодня выборы президента в Белоруссии. И именно сегодня или вчера Лукашенко заявил, что чего вы во всем мире не захотели, не говорили, независимо от результата выбора, если я захочу остаться президентом, я им останусь. Что, честно, откровенно сказал, молодец, дядька. Ух ты, что там впереди? Какая-то ракета. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Самолеты. Ракеты. Истребители стоят. Вон там. Велосипедистам бы я тут запретил ездить, чтоб людей не сбивать. Все ходят пешком, они тут на велосипедах. А вон там шаттл стоит, который в космос летал. Шаттл. Но мы сейчас идем в Москвариум. Москвариум. Вертолет там есть. Интересненько. А тут такой запах шашлыка идет. Прямо аж слюни текут. Сейчас хочу зайти в Москвариум. Москвариум. И там сниму, что там есть. Тут дети бесятся. Людей здесь много. Наверное, Москвариум популярный аттракцион. Ну, это не аттракцион, а выставочный зал там. Там, говорят, живые акулы. Ну, типа аквариума огромного. Тигровая рыба нападает даже на людей.
Точная копия. Но я думаю, это не вся Москва, а почти вся. А может, вся? Вся Москва? Внутри, думаешь? Третьего транспортного кольца. А, так это только третье транспортное кольцо. Да. Это не внутри МКАДа. Да. Слушайте, а как классно сделано. Все мигает, все моргает. Вот. Ничего себе. Интересный бизнес-центр где-то сбоку должен быть, потому что он на границе с ТТК что-то просит. Где же да. Он? Где и же? Это все чисто по жизни макет. Да, вон Белый дом, гостиница Украина. Блин, на деловой центр не поместился. Нет, вот там вот он должен быть, с той стороны, видишь, вот он Белый дом. Вот гостиница Украины светится. Как я понял, это вся Москва в пределах третьего транспортного, да? Третье транспортное кольцо. Слушай, а что это за такой вокзал большой? Это центральный. А, да? Прикольно. А тут сокольники есть? Сокольники, они, по-моему, за пределами трешки. Да, они за пределами третьего транспорта. Нет. Угу. Прикольно. Я пойду против часовой стрелки. Прикольно.
Да, столько работы проделать. Тут Москва с высоты птичьего полета, я думаю, а может еще выше. К сожалению, зум мне много не позволяет. Вот сюда, смотри на мою руку, вот на мою руку, вот верхнюю.